Так, где? А, ты уже прилетел? А, это Это Ринга. не я, да. Все, ну пока я не могу. Все. Или что, вы уже хотите приносить ресурсы? Ну, я как бы подлетаю, сейчас у меня просто перегруз, я медленно лечу. Ну, да, потихоньку таскаю. Но у него, по-моему, нету ничего, я чуть сомневаюсь, что он что-то привез. А я везу. Что за... Что делать-то, говори, как куда таскать? Ну, вот смотри. Ну вот заходишь внутрь, там, по идее, ну, в любые пока ящики закидывайте, там они, в принципе, подписаны. Есть еще три больших, которые просто, типа, все что угодно складываем. Мы просто недавно вскрыли хату, а там было много всяких тел, веревок, всякой ерунды. Понятно. Нужно, ну, как бы, не дорогой, но полезный. Еще вообще. Причем домик был уже типа снос доступен, ну демолишь. Аккуратнее, кстати, птицу там ставьте, потому что там метеорит падает. Там это где? Вот там? Сейчас покажу. Вот здесь. Так, я поняла. А вот здесь лужа наших. У нас тут столько с элементом убивали, что мы наплакали целую лужу. Когда воевали? Ну, теперь можно постоянно пополняем. Прикольно. Теперь можно из нее набирать водичку. Это сейчас строю там наверху теплицу, буду что-нибудь выращивать. Хотелось бы грибы, но грибов нет. Ни одного семечка гриба. Слушай, а где кожа лежит у вас? А, вон там мех и кожа, по-моему. Мех и шкур. Это элемент диалоги. А, вон нашла, ага. Спасибо. Так что не обижайтесь. Реально, станем почти. О, траву, да, в компост в натуре есть. Есть? Пущу еще одну. Это что-то надо. 70 травы надо. Ну, думаю, сейчас мало чего есть, потому что пропало все. А что такое МК? Магические камни. No Magicus. Ну, открой, видишь. Я поняла, поняла. Но мы их называем магические камни. Вот, кстати, есть одно место, там вы можете изи, короче, качаться, пока вы лоу-левел, ну хотя ты уже лоу-левел. А, и вон тот шестой. Там, короче, огромная поляна кустов, бегаешь вот так с руки, просто мочишь, и падает до хрена камней вот этих магических дерева. Это вот, поле, да. Что ли? Да, да. А, вы знаете, да, примерно? Ну, я видео смотрела, сама я его не находила, мы как бы птиц только приручили. Вот, и короче, у нас там домик есть с реслоком, можно туда полететь, называется веселая ферма. Ага, вот, немножко особенности это, короче, вот тут, чтобы наверх залезть, нужно вот верстаку и верстака запрыгнуть. Окей. Вот, ну тут реслок и кровать, но надо еще реслок поставить, раз много тебе. Реслока, это что? Ну, вот это алтарь воскрешения. Тут воскрешаться. А-а-а. Окей. Что еще? А тут ну, что? Холодильники, в холодильнике делаем. А, тут щит, короче. О, клево. Какая у тебя пальцы длинные. Просто, чтоб шакалы всякие не забежали. Просто мы один дом, знаешь, как зарейдили? Короче... Мы летим такие с Саньком посмотреть, кто там живет. А там чувак на крыше сидит и люк открыл. Саня запрыгнул в люк и просто щит, короче, вырубил. Прикинь. Где-то я это уже видела.
И просто. Вот, они тоже, кстати, русские, у них там глава трайба девушка мощная, градусов. И что-то нам это на... Даже не знаю, что. Да, да. Где камень? Там есть камень. Да где-то должен, или? Вот, вот, вот так. Но камень можешь сразу в верстак класть. Вообще не нужно. Крыш построить. Немножко. И эти, как еще они называют? Грядок. Ну, ну забит уже верстак. А, в натуре сейчас я его почищу. Я вот просто из города возил верстак. Шкаф для разбить. Так, ладно, я пока улетел тогда за... дальше. Вот, я тоже полетел. Просто, ну, мне там тоже надо чуть-чуть осталось от пески. Давай я волка твоего вот. Слышишь? Таш. Да-да-да, давай. А, еще. Я просто кнопку зажимаю, потом забываю отжать. Тогда лети сразу к нам туда, я тебя сейчас его выгоню. Ну не, сейчас я ресурсы погружу тоже в себя. Ну, да. Мы через анклейм будем делать? А я не знаю. По идее, да. Ну, просто у меня в начале был этот, ну, трап, это как бы на себя только создавала, потом, когда спаун брала, у меня дом остался как бы ничейным, типа он не вошел в трап. Поэтому я теперь боюсь. Кто спал, типа, или дом? Дом, дом. Дом, который вы строили, или который... Я построил дом, когда играла одна, потом я создала трайб, и как бы дом остался ничейный. Ага. Поэтому фиг знает. А анклейм тут, да, есть, потому что я в настройках трайба смотрела, там как бы есть, типа, передать там как-то... Ну, типа, управление, кто может анклеймить, кто не может анклеймить. Да-да-да. Точно. Точно.